дорогие телезрители, мы начинаем второй сезон проекта «Азбука ремонта» на телеканале MTV Mix. В прошлом сезоне у нас было строительство Центра красоты и здоровья Diamonds, и сейчас мы приступаем к строительству образовательного центра Millennium English Sports School. Подобных проектов нет в нашей республике, как сказали мои звездные друзья, нет даже в нашей стране. Мне радостно, что федеральные звезды также поддерживают этот проект. Вы в нем увидите и Аню Семенович, и Анастасию Макееву, и много других звезд. Идея проекта такова, что здесь можно учиться, посещать детский сад, здесь центр дополнительного развития, различные программы, такие как английский, французский, карате, хореография, стретчинг, танцы, вокал и многое-многое-многое другое. Есть частная педиатрия. И деток можно оставлять даже, когда вы решили вдруг уехать в командировку или задержаться на свадьбе, банкете, корпоративе. То есть это такой круглосуточный режим работы, это уникальный проект. Образец взят с наших коллег в Англии, и сейчас подобный центр, образовательный центр будет еще и находиться в России, в Республике Башкортостан. Несколько месяцев мы будем информировать вас о том, как идет проект, о том, какие нашли мы строительные материалы, отделочные материалы. Конечно же, женщине сложно в этом одной. Поэтому я хочу представить вам моего соведущего Дениса Яковлева, который будет мне помогать в этой стройке, как и в первом сезоне. Мы будем помогать вам разобраться во всем этом многообразии, а вы будете помогать нам какими-то вашими советами. Пишите на почту телеканала, почта указана внизу, и тоже делитесь своими секретами и советами по строительству и ремонту.